Именно телеканал ОТРР стал центром проведения образовательного тура для журналистов. На повышение квалификации приехали специалисты из Душанбе, Ош, Бишкек, Караганды и Алматы. Новичками в журналистике их не назовешь. Автор женского информационного портала «Комод.кз» Зарина Измайлова работает в медиасфере не первый год. Однако, говорит, нужно постоянно развиваться, стать конвергентным журналистом. Универсальный солдат, скажем так, как его называют, это человек, который может все. То есть он сможет и на сайте писать, и в газету, и на телевидении работать. Как работает конвергентная редакция, как самому стать универсальным журналистом, участником тренинга, рассказывает тренер Интерньюса Ольга Каплина. На примере телекомпании ОТРР журналисты из других стран и городов изучают особенности телевизионного, печатного и интернет-пространства. На телеканале ОТРР я была пару лет назад. Честно говоря, у меня были очень приятные, позитивные впечатления. И я очень рада быть здесь вновь. Мне интересно в этот раз было поучаствовать в самой кухне, в съемках, подготовке видеоматериала. Тренинги повышения квалификации журналистов на базе ОТРР проводятся уже второй раз. Это показатель того, что опыт холдинга достоин стать примером для коллег из других городов и стран.